телеграм-канале Кировского района Самары рассказывают, как уберечь свой организм от перегрева в период наступившей жары. Знойная погода таит в себе скрытые опасности, в то время как уменьшается работоспособность, обезвоживание организма увеличивается почти вдвое. Многие спасаются от жары на водоемах. Как нужно одеваться, питаться и отдыхать на берегу реки в период жары, рассказывается в опубликованных памятках. В Самарской публичной библиотеке прошла торжественная церемония чествования выпускников-медалистов общеобразовательных учреждений, информирует в своем телеграм-канале администрация Самарского района. Обладателями медали за особые успехи в учении в этом году стали 23 выпускника учреждений среднего и среднеспециального образования района. Памятки о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с учетом проведенной индексации с 1 июня 2022 года опубликована в телеграм-канале Октябрьского района. Здесь же подробная информация об условиях назначения пособия и условиях оформления. Также можно ознакомиться с тем, как рассчитать среднедушевой доход для получения пособия на детей от 3 до 7 лет. 8 июля Самарская телебашня включит подсветку в честь Дня семьи, любви и верности, говорится в телеграм-канале промышленного района. На башне появится динамичный логотип праздника. Он отмечается в России с 2008 года. 28 июня президент России Владимир Путин своим указом объявил День семьи, любви и верности официальным российским праздником. Для поддержки абитуриентов Самарской области на территории региона с сентября 2022 года выпускникам 11 классов будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей, информирует телеграм-канал Красноглинского района. Забрать выплаты смогут выпускники 11 классов, получившие в этом году аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании и поступившие в год выпуска в профессиональные образовательные организации или высшие учебные заведения.